киноманы получают призы. На протяжении 2 недель с 1 по 14 июля наш телеканал совместно с кинотеатром «Юность» проводил конкурс. Подписчики официальной страницы Сейма ВКонтакте делились записью и отправляли свои фото на суд жюри. Главное условие – продемонстрировать любовь к кино. Фотографии из залов кинотеатров, снимки со знаменитостями и даже кадры фильмов, где участники сыграли роли, пусть и небольшие. Одна из победительниц, Мария Новиченко, сделала ставку на кинообраз. Ее фото с вечеринки в стиле Гэтсби. Хотя драмы – не главная любовь Марии. Наверное, комедии, потому что предпочитаю больше веселиться. Вот, а работа моя такая достаточно... задорная. Конечно, хочется отдыхать и веселиться, продолжать. Также и в кино. Всего члены жюри выбрали 4 победителей. Каждый получил пригласительный билет на 2 на любой фильм в кинотеатре «Юность».